Привет, меня зовут Павел. В этом видео я расскажу вам об основных характеристиках холодильника LG GA B419 SLJL. Если вы задумываетесь о покупке холодильника и хотите наслаждаться свежестью продуктов максимально долго, то советуем обратить внимание на холодильники LG с инновационными функциями. А сейчас мы вам поможем разобраться в них подробнее. Данная модель – самый распространенный и удобный тип холодильника. Морозильная камера в нем находится в нижней части, а холодильная – в верхней. Обе камеры достаточно объемные. При выборе холодильника очень важно обратить внимание на габариты, ведь он должен поместиться на вашей кухне. А еще очень важно обратить внимание на полезный объем. Это холодильник среднего размера, его объема будет достаточно для большинства покупателей. Перед вами габариты этой модели. Обязательно обратите на них внимание. Пользоваться этим холодильником будет комфортно для людей любого роста, потому что высота его в пределах 200 см. В этом холодильнике установлен инверторный умный компрессор. Он отличается экономичностью и низким уровнем шума, а также LG дает на него гарантию 10 лет. Холодильник работает постоянно, а это значит очень важно, какое количество электроэнергии он потребляет. Перед нами экономичная модель. Отличный выбор для людей, которые умеют считать свои деньги, а также заботиться об экологии. Этот холодильник оснащен системой Total No Frost. Во-первых, с помощью нее ваши продукты равномерно и быстро охладятся как в морозильной, так и в холодильной камере. А во-вторых, эта система избавит вас от необходимости периодической разморозки морозильной камеры. Немаловажный параметр, который нужно учесть при выборе холодильника, это его уровень шума. Конкретно у этой модели уровень шума невысокий, он точно не доставит вам никаких хлопот. Этот холодильник оснащен функцией генерации льда. Она очень упростит жизнь любителям домашних вечеринок с прохладительными напитками. Чтобы узнать о товаре больше, заходите на наш сайт lg.ru. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Приятных вам покупок!